Всем привет! Мы с вами находимся, уже подходит к завершению соревнования «Лава на лаву». Для тех, кто не знает, что такое «Лава на лаву», это примерно стенка на стенку, где команды настоящих бойцов, мужчин сходятся в схватке и побеждает сильнейший. Но на самом деле самое главное в этом соревновании, конечно же, не побеждать, а участвовать, потому что те, кто сюда приехал, те, кто стал плечом к плечу, те, кто вышел на этот поединок, они в первую очередь победили самого главного своего противника, самого себя, потому что самая почетная победа – победа над самим собой. Организатор этого фестиваля Александр Леонтьевич Притула. Именно под его началом когда-то это все началось. Павел Корякин, тренер-инструктор из украинского рукопаша «Спас». На этом событии, на этих соревнованиях 5 команд присутствуют, собрались почти со всей Украины. Это Днепр, это Сумы, это Запорожская область, в ассортименте представлены все населенные пункты практически. Это еще представители нескольких областей, Киевской и Харьковской. Это уже братство, это семья. Люди этим живут практически.